Только главные новости дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Судебные судороги. ГПУ проверит чистоту мантии служителей Фемиды. Преступники или стрелочники? В Москве отрапортовали о задержании вероятных убийц Немцова. Отец за сына ответит? Пашинский открещивается то от собственного отпрыска, то от его головокружительной карьеры. Прикасаемые, но пока безнаказанные. Второй день в Виннице решают судьбу одиозных судей Печерского райсуда. Царевич и Кицюка, их соратника Вовка, вчера в столице судьи оставили на свободе. Какого решения ждать от винницких служителей Фемиды, расскажет Ярослав Кречко. Он внимательно следит за громким процессом. В Винницком суде вторая серия в процессах Царевича и Кицюка. Вчера до позднего вечера здесь рассматривали заявление об отводе судей. Сегодня, наконец, должны решить, брать служителей Фемиды под арест или нет. В коридорах суда скучает одинокий милиционер. Уже 20 минут, как должны рассматривать дело Царевич, но пока ни ее, ни судьи. Я думаю, те, что Оксана Юрнова обовязково заявится в судовое заседание. Виктор Кицюк сегодня пришел пораньше. Его заявление об отводе судьи Алийника еще не рассмотрели. Около 2 часов появляется и Оксана Царевич. Оксана Юрьевна, а будет сегодня решение по сути чини? По существу дело будет рассматривать вот этот судья, Александр Алийник. Но в начале процесса защита уже по традиции просит перерыв, а потом в 4-й раз требует сменить судью. Мол, тот все время игнорирует ходатайство защиты. Это выглядит как полная поддержка головуючого в справе судьи органов прокуратуры. И тогда возникает вопрос, а кто же дал задание? И чи не это политическая расправа за мое решение относительно Ефремова? Пока судья Алийник в совещательной комнате, его коллега как раз закончил заявлением Кицюка. Я чекаю на отримання копии ухвал. Все. Ось тут стою біля зала, де мені сказали. Ваше рішення, вашу справу буде розглядати. Також суддя Алійник. А сам Алійник решил, что дело Царевич будет вести до конца. Сторона захисту явно зловживає прав на відвід з метою затягування кримінального провадження. Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Вопросы защиты, ответы обвинения. Так продолжается 1,5 часа. Потом неожиданно вспоминают о завтрашнем празднике и расходятся по домам. Меня запрошено на 10-ю годину в середу, тому за викликом суду я зобов'язан з'явитися і я буду присутній в даному судовому засіданні. На даний час мені нічого коментувати. Прокурори покидають суд без коментарів. Во вторник буде 3-я серія в процесі Царевича, а Кицюка в Вінниці ждуть в середу. Правда, к тому времени уже може бути рішення вищого спеціалізованого суда. Він може назначити для слушання не Вінницю, а другой город. Ярослав Кречко, Василий Миновщиков. Подробності телеканал Інтер. Судебную систему, похоже, ждет неплохая встряска. Перед судом могут предстать еще около 200 судей. ГПУ уже готовит на них представление о снятии неприкосновенности. Все подробности знает Ирина Романова. У судовому рішенні першої інстанції записано, що він та ще декілька осіб побили 70 беркутівців, а він пацифіст і буддіст. Це абсурдне, казалось би, обвинення. В кінці 2013-го один із столичних райсудов виніс задержаному 1 декабря на Банковій журналісту Валерію Горовуце і відправив на 2 місяці в СІЗО. В ноябрі 13-го, февралі 14-го судді без зазріння совісті сажали за рішутку учасників мітингів, автомайдановців, а іноді і просто звичайних прохожих. Людина опинилася, зокрема він, в непотрібному місці, в непотрібний час. Слідчі комісії, які изучают жалоби на суді, сейчас полно заявлений, розповідає юрист організації Євромайдан СОС. Близько 300 заяв від людей, які вважають, що до них були винесені неправосудні рішення судів. І от спустя год справедливість, казалось би, восторжествовала. 3 суддів – Вовка, Кицюка і Царевич, на яких чаще всього жалувались активісти Майдана, парламент уже лишив неприкосновенності. І це тільки начало. Я спілкувався з генеральним прокурором з приводу того, коли очікувати нам далі представлення на суддів про зняття з них недоторканності. Він сказав, більше 200 справ зараз знаходиться в процесі розслідування, прізвища оголошувати ми не будемо. Давайте не будемо давати можливість цим одіозним суддям заздалегідь накивати п'ятами за межі нашої країни. Готовиться ли вправду представлення на таке кількість служителів Фемиди, ми вирішили уточнити в самій Генпрокуратурі, але там поки мовчать. Зато в парламенті хоч зараз готові лишати провинившихся імунітету. Якщо отут буде подання, мотивоване подання прокурора
щодо зняття недоторканності і притягнення до відповідальності, буде притягнутий до відповідальності. Вроде бы лед тронулся, и священные коровы правосудия наконец-то тоже смогут отвечать перед судом за свои деяния, как и простые смертные. Но не все так просто, говорит Ростислав Кравец, адвокат одного из судей Шевченковского райсуда, которого обвиняют в лишении прав автомайдановцев. Ведь вину служителя Фемиды сначала нужно доказать. Протокол цей приходит, подписанный працівником ДАІ, даже двумя працівниками, которые стверджують, что было правопорушение. Какие подставы не верить працівнику ДАІ? Но коллеги опальных судей пока медлят с решениями, те, которым приходится судить своих. Пример тому заседание Голосеевского суда столицы и Винницкого. Одиозных судей Печерского суда пока оставили на свободе и фактически дали шанс скрыться и избежать ответственности. Для суспільства питання, як вплинути на судову систему, щоб вона нарешті почала забезпечувати головну функцію суду – справедливість. Ірина Романова, Екатерина Лисенко, Вячеслав Фролов. Подробності телеканал «Інтер». 9 дней после смерти Бориса Немцова в центр Москвы на место убийства несут цветы. Ну а правоохранители готовят места для наград за оперативное раскрытие преступления. Сегодня отрапортовали о задержании двух подозреваемых. Кто же попался им в руки? Настоящие преступники или стрелочники? Послушаем Данила Русакова. Москворецкий мост сюда по-прежнему несут цветы. На асфальте таблички с надписью «Борис», оставленные после траурного шествия. Мы все в ужасе. Не только Немцов на таком положении оказался, мы все. Судя по тому, как разбирают это дело, мы все прекрасно понимаем, что просто каждая ОВД является бандитской группировкой. Ни за что оно не отвечает. Пространство над Москвой-рекой теперь своего рода мемориал, ликвидировать который власть, видимо, пока не решается. Как прошли эти 9 дней? Прошли так, что у нас у всех идет переосмысление. Ну, у нас, понятно, мы политические активисты, что называется. И мы, конечно, наша главная сразу реакция, нужно ответить еще больше энергии. Поэтому я провожу уже консультации с лидерами других политических групп о некой консолидации. Станция метро «Баррикадная», другой район Москвы. Активисты российской оппозиции вышли на пикет памяти Бориса Немцова. По словам собравшихся, события прошлой субботы стали для них настоящим шоком, отойти от которого еще долго не получится. С государственными флагами России и Украины эти люди вышли, чтобы выразить свою солидарность с оппозицией. На плакатах фотографии Немцова и призывы остановить беспредел. Мы по-любому выиграем эту борьбу. Украина, мы с вами. Между тем, о возможных исполнителях убийства местные силовики уже отрапортовали. Двое из них задержаны. Я хочу проинформировать вас о том, что в результате проведенной работы сегодня задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления. Это некто Губашев Анзор и Дадаев Заур. Человек с именем и фамилией последнего, по некоторым данным, был одним из пресс-секретарей чеченского правительства. Сейчас эти люди в СИЗО Лефортово. В понедельник их должен арестовать скандально известный басманный суд. Но имена заказчиков до сих пор неизвестны. В СМИ просочилась информация. Это может быть злая заграница. Причем совсем не важно, какая именно страна. Разрабатывается версия об иностранном заказе. Это значит, что за чеченскими террористами в данном случае может стоять и Украина, может стоять и Михаил Ходорковский, например, которого под эту лавочку можно снова объявить в международный розыск. Могут стоять, конечно, напрямую Соединенные Штаты Америки, как главный дьявол, пытающийся испортить Владимиру Путину настроение на всю оставшуюся жизнь. Сторонники убитого оппозиционера на официальные данные не реагируют. Просят только проводить следствие максимально публично. Но в ответ пока только звенящая тишина. Данил Русаков и Олег Неведомский, Московское бюро телеканала «Интер». Украинская сторона завершает отвод тяжелого вооружения от линии столкновения на Донбассе. Об этом заявили в штабе АТО. Напомню, это одно из условий минских договоренностей о перемирии. Но вот каково это перемирие на деле? Давайте узнаем у Ирины Баглая, она с нами на связи из зоны АТО. Ира, здравствуй. Каким был день? Были ли атаки со стороны врага? Леш, обстановка в районе Донецкого аэропорта и в Песках нам стала ясна, как только мы приехали в сам поселок и услышали звуки перестрелки. Бойцы, вернувшиеся с передовой, объяснили, это боевики вели огонь по ним из противотанковых гранатометов. Веселая канонада в нашу сторону. Там они стабильно. Лучше отойдите, осколками посечем. Сегодня с 3 до 4 миномет работал ихний. 2 дома они подпалили. По нашему дому стреляли. Там рядышком упало, так ничего страшного особо. Ну вот сейчас были на позиции там.
Пацанов немного покоцали, да вытянул. Легкие. Боевики отвели здесь от линии соприкосновения реактивной установки залпового огня «Град», но говорить о полном соблюдении минских договоренностей нельзя. Российские боевики продолжают обстреливать Пески минами 120 и 82 калибра. Причем чаще всего именно днем, когда военные проводят укрепительные работы и передислокацию. Украинская артиллерия молчит. Если боевики будут придерживаться договоренностей, Пески удастся удержать, уверяют военные. Хотя диверсионно-разведывательные группы наведываются регулярно. Если же заработает артиллерия террористов, нашей пехоте долго не продержаться. При работе 3-4 батарей, это, блин, трое суток, под огнем артиллерии подтягивается техника, выводится напрямую наводку танки, и уже пехота идет за ней. Боевики продвинулись ближе к нашим позициям. Теперь они в полукилометре, но наши бойцы отступать не собираются. Аплодисменты в студию. Бинго! Что касается самого Донецкого аэропорта, на территории терминала и других построек, по данным разведки, боевики там укрепляются. Они под видом выемки трупов из-под руин завезли туда технику строительную. Там были замечены краны, были замечены бетономешалки, были замечены машины с панелями, то есть блоками. То есть они строят там укрепления. И вот сегодня, когда мы уже выезжали с передовой, мы неожиданно и для себя, и для военных попали на концерт. К ребятам на самый край приехал пианист, известный под псевдонимом «Экстремист». Приехал поддержать бойцов. Говорит, у каждого свое оружие на этой войне. Леш, ну вот такие новости сегодня из зоны АТО. Ирочка, спасибо тебе огромное за работу. Это была моя коллега Ирина Баглай. И там же в зоне АТО работает мой коллега Станислав Кухарчук. Стас, здравствуй. Какие у тебя новости? Здравствуй, Леш. Хотелось бы рассказать о том, что украинская сторона действительно продолжает отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Сегодня нам даже удалось отснять колонну самоходных артиллерийских орудий. Они двигались в сторону Артемовска. Вот непосредственно на станции в Артемовске самоходно-артиллерийские орудия и ракетные системы залпового огня погружают на платформы и уже по железной дороге отводят вглубь нашей обороны на 25 километров. К слову говоря, это дело хлопотно, отвод техники, и занимает много времени. Сами артиллеристы побаиваются, что в случае срыва минских договоренностей они не смогут уже быстро развернуться. Я бы не делал, ну, честно. Я бы не делал, потому что верить товарищам, в кавычках, с той стороны не очень надо. Мы это уже проходили, начиная с 9 декабря под Дебальцево и под Дебальцевым. Не стоит. Пехоте оставаться без артиллерии ни в коем случае нельзя. И эти опасения военных, увы, не беспочвены. По информации нашей разведки, пользуясь перемирием, боевики проводят перегруппировку сил на линии столкновений. Похоже, готовятся к наступлению. Мы здесь закопались. Они могут накопить силы. И они в состоянии их накопить. Возможность того, что они пойдут вперед, очень большая. И вот в случае возобновления боевых действий на линии огня останутся десятки населенных пунктов. И вот как живут люди в этих населенных пунктах и поселках в условиях такого шаткого перемирия, далее в нашем сюжете. 15 километров от Дебальцево, поселок Мироновский. После нескольких месяцев обстрелов он больше похож на город-призрак. Но тут все еще живут люди. Это уже дом ваш родной стал? Дом родной. Пошли. Двухлетняя Лена с родителями идет в свой новый дом. Бомбоубежище в местном доме культуры. Спускаться приходится по темной лестнице. Но за месяц малышка привыкла не бояться. Обстрелы страшнее.
А почему здесь именно в бомбоубежище живете? А где прятаться дальше? Подвала нету под домом нормального. Ты прячешься. В этом старом бомбоубежище живут еще 5 семей. Люди ютятся в нескольких комнатах. Идти больше некуда. Вот тут у нас спит Лариса, вот здесь вот Таня, тут Вика, там семейная пара Вика и Коля. У кого дом разбило, а кто просто после того случая, как разбомбили вот эти дома, и во сне люди погибли, просто боятся ночевать. Из 5000 жителей в Мироновском осталась половина. Выживают как могут. В основном за счет гуманитарной помощи. Ее привозят волонтеры, наши военные и Красный Крест. Тяжелее всего старикам. После оккупации Дебальцева за пенсией поехали в Артемовск. Но и там ничего не получили. В кассе сказали, вы находитесь в зоне конфликта. На оккупованной территории. На оккупованной территории. А у вас оккупована территория? Ну, получается так. Бабушке Марии повезло. Свою пенсию она будет получать в Харькове. Сын 80-летней старушки договорился с волонтерами, чтобы помогли вывести маму. С собой пенсионерка берет только самое необходимое. Сейчас в Мироновском затишье. Накануне в поселок дали свет и газ. И сегодня жители вышли на субботник, чтобы убрать улицы отбитого стекла и мусора. Хотя понимают, завтра снова могут быть обстрелы. При фронтовой зоне люди привыкли жить одним днем. Здесь и сейчас. Станислав Кухарчук, Максим Чеблин, Руслан Терентьев. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Вот как живут в прифронтовой зоне. Ну а сейчас узнаем, как выживают на оккупированных территориях. Ежедневно мы связываемся по телефону с жителями Донецка и Луганска. Давайте их послушаем. Много людей звонят, хотят вернуться. Спрашивают, тихо ли в Донецке? Отвечаю, тихо. Многим просто некуда возвращаться. Разбитые дома, разбитые квартиры. Сейчас прохожу мимо ДК Калинина. Прекрасно смотрится, красивый дворец, но вот только без крыши. Заглядывать страшно. Зарплаты нету ни учителям, ни врачам. Все получают только где-то за декабрь, за январь. И то частями. В Донецке ходят упорные слухи о том, что в городе появились фальшивые евро, доллары и рубли. Мои знакомые на днях хотели поменять гривну на вот эту валюту, но передумали это делать на территории ДНР, потому что лучше на руках настоящая гривна, чем непонятно какие бумажки, рубли, которые нигде невозможно просто проверить. Те, кто успел переоформить пенсии, тому хорошо. Те, кто не успел, скажем, они сейчас фактически без денег. Если есть кто-то, допустим, может обеспечивать, еще жить как-то можно. Очень-очень тяжело людям приходится, тем, кто инвалиды. Ну, в общем, самый незащищенный наш народ. В Луганский университет Шевченко приезжала контрольная комиссия, то ли это контрольная ревизионная, то ли это какая-то новая ревизионная комиссия ЛНР, и проводили так называемую проверку методического материала и учебника. Вот там проводилась там на историческом, филологическом факультете, где наиболее, скажем так, большое количество украинских учебников, методических материалов вырубали за то, что неправильно учат истории. Пообещали в ближайшее время, как только поступят российские учебники, когда уже окончательно изъять украинские учебники. Мариупольское направление. И сегодняшний день не был там спокойным. Где же велись бои, узнаем у Эльвины Сеидбулаевой. Эля, здравствуй. Как прошел день? Мы ждем от тебя самых последних новостей. Здравствуй, Леша. Один украинский военный погиб от пули снайпера. Это произошло вечером в Широкино. Боевики не прекращают обстреливать поселок. Часть под контролем наших бойцов, другую захватили боевики. От Широкино почти ничего не осталось. Снаряды залетают прямо в дома. Местные бегут из поселка, забирая самое необходимое. С нашей стороны оборону держат наши бойцы. И вот что они говорят. Снайпера не дают жить. У них нормальные винтовки. А у нас не очень. У нас обычные СВД, а у них немецкие, русские, усовершенствованные. Они с миномета могут бить, с чего угодно, а у нас перемирие. Минимум 4 танка, те, что мы видели, это стоят на высотке капониров. БТР в городе, это 100%. Еще 2 БМПхи тоже на позициях стоят. Пока часть военных находится на передовой, другая готовится к их замене. И сегодня провели учения, оттачивали навыки работы с гранатометом и стрелковым оружием.
Граната! Граната! Буде помилковим вважати, що тільки збройним шляхом ми все-таки знищимо агресію. Звичайно, політичними шляхами. Для цього ми обрали нову владу. И сегодня украинские военные провели заключительный этап отвода тяжелой артиллерии. Согласно Минским договоренностям, с передовых позиций на 25 километров от линии соприкосновения отвели 152-миллиметровые пушки «Гиацин». Это все зафиксировали представители ОБСЕ. Алексей? Ну что ж, вот такие новости в Мариуполе и окрестностях. Давайте поблагодарим Эльвину Сеидбулаеву за работу. ОБСЕ может прислать в Украину вдвое больше наблюдателей, до 1000 человек. Об этом якобы договорились дипломаты Украины, России, Германии и Франции в Берлине на встрече Нормандской четверки. Такую информацию сообщили сегодня украинские информагентства со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Но пока официального подтверждения ей нет. И вот что нам рассказали в самой ОБСЕ. Любое увеличение потребует решения Постоянного совета ОБСЕ. Срок действия нынешнего мандата истекает в конце марта. Украина уже попросила о его продлении, и для этого также необходимо единогласное утверждение совета. Спекулировать на эту тему я не хочу. Не время для учебы. Так решили американские военные и свернули программу подготовки украинских солдат. Почему? Пытался разобраться Дмитрий Еловский. Он в Вашингтоне. Перемирие, даже такое хрупкое, как сейчас установилось на востоке Украины, не самое подходящее время для выполнения программы тренинга украинских солдат. Сначала нужно посмотреть, как будут соблюдаться Минские соглашения. Так решили американские военные из числа командования сухопутных сил США в Европе. Ранее, напомню, агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщало, программа подготовки, фактически разработана, но пока нет официального разрешения от Белого дома. Сейчас мнения политиков на этот счет в Вашингтоне очень сильно разделились. Есть те, кто считает, что украинским военным нужно помогать как можно скорее, и те, кто считает, что надо как-то подождать. Эта дискуссия сейчас одна из самых острых между американскими политиками и одна из самых долгоиграющих. Ведь еще в августе прошлого года о возможной подготовке украинских военных сказал Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона. Даже сумма, которую военные были готовы потратить на этот проект, была известна. Ни много ни мало — 19 миллионов долларов. Тогда хотели проводить обучение в городе Яворев в Волжской области. Именно там находится Международный центр миротворчества и безопасности. Проект был рассчитан на 4 роты Национальной гвардии. Но прошло уже полгода, а ВОЗ и не там. Хотя российский МИД недавно, буквально бил тревогу. Говорил, что американские военные уже во Львове. Но это оказалось неправдой. Когда этот проект будет разморожен, до сих пор непонятно. Следуя логике американских военных, если боевые действия возобновятся, военные США все-таки, видимо, приступят к обучению украинских солдат. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Женщины-волонтеры, медики, спасатели, работники правоохранительных органов накануне 8 марта получили награды из рук президента. Поблагодарил Петр Порошенко матерей и жен, чьи сыновья и мужья сейчас на передовой, защищают родину. Не остался и глава государства без подарка. Волонтер Юлия Вотчер передала ему гильзу от снаряда из зоны АТО. Цю латунову гильзу я привезла звідти. Оці очі, які знаходяться над нашим гербом, це ваша відповідальність перед людьми. А вислів, який виписаний з книги «Пророчеств», вони говорять про те, що життя людини над усе. Ця гільза буде стояти в кабінеті президента України весь час. Вашою силою, нашими молитвами, я переконаний, все буде добре. Низький уклін вам і слава Україні! Это не все новости дня, и во второй части подробностей узнаете о следующем. Провал экстремистов. Кто готовил теракты в Херсоне? Кого боится Кэмерон? Кто заставил британского премьера спрятать голову в песок? Посмертный триумф. Выборы в США выиграл покойник. Пророссийские боевики планировали серию взрывов в Херсоне. Как удалось предотвратить теракты и кто должен был стать целью экстремистов, расскажет Андрей Анастасов.
Операцию проводили в Одессе. Сотрудники СБУ вычислили курьера, уроженца Донецка, который должен был доставить 3 килограмма пластида в Херсон. Взрывчатку мужчина нес в спортивной сумке. Обезвреживать пришлось прямо посреди улицы. А предназначался пластид для боевиков так называемой Российской православной армии. В Херсоне они собирались взорвать офисы двух украинских общественно-политических организаций. В СБУ говорят, инспирировались эти теракты с территории Российской Федерации. Сегодня же в Одессе к обл.администрации пришло несколько сотен активистов самообороны, правого сектора и автомайдана. Говорят, хотели предотвратить возможные провокации. Дело в том, что поступило сообщение о некоем митинге у здания против повышения цен и тарифов. В итоге протестующие так и не явились. Слушайте, опасения могут быть любые. Вы знаете, в последнее время постоянно происходят какие-то взрывы. Постоянно пытаются раскачать ситуацию. Надо показать кому-то, что здесь южный регион неспокойный. Напомню, за последние 3 месяца в Одессе было уже более 10 взрывов. Пожалуй, самый мощный из них прогремел в этот четверг. Килограмм в тротиловом эквиваленте. Устройство было заложено в цокольном помещении, которое арендовала благотворительная организация. Впрочем, есть версия, что подрывники ошиблись адресом. В этом же дворе по соседству располагается офис правого сектора. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. Кумовство и клановость ушли в прошлое? Ну, как вам сказать, не для всех. Высокопоставленные чиновники продолжают пристраивать своих детей на хлебные должности. Ну вот далее подробности последнего скандала. В Укроборонпроме есть дочерняя структура, спецтехноэкспорт, продает военную технику за рубеж. Там закупают вооружение для Украины. В феврале в команде руководителей спецтехноэкспорта появился 24-летний Антон Пашинский. Просто по стечению обстоятельств его отец Сергей Пашинский, бывший глава администрации президента, сейчас возглавляет парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны. Правда, папа тут же стал открещиваться. В комментарии Форбсу он заявил, мол, журналисты ошиблись, и это не его сын. Человек, который представился моим сыном, дал ошибочную информацию. Очень жаль, что журналисты дают неправдивую информацию про какие-то миллиарды гривен департаменты Укроборонпрома. А вот Пашинский-младший в Фейсбуке заверил, в спецтехноэкспорте работает. Это же нам подтвердили и в приемные предприятия, куда мы позвонили и попросили Антона Пашинского к телефону. Алло, будьте добры, перезвоните немножко позже, потому что я не могу дозвониться. Перезвоните через час, пожалуйста. Я вас с ним соединю, вы с ним переговорите. Опыта работы в оборонке или в торговле вооружениями у младшего Пашинского нет. Я хочу, чтобы этот молодой человек отчитался, что он знает об оружии, насколько хорошо он ориентируется в данной отрасли, и также за какие заслуги он занял эту позицию. Мы все хорошо понимаем, что ставятся свои люди на ключевые посты для того, чтобы контролировать финансовые потоки. Если кто-то дозволяє собі своїх дітей призначати на посади, це неправильно. Кожна дитина, незалежно від того, хто її батько, має всього в житті досягати сама. Реакції руководства Укроборонпрома поки не було. Як і інформації, був ли конкурс на должность Пашинського-младшого і скільки чоловік претендувало на це кресло. Андрій Сурков, Анатолій Сліпченко, подробності телеканал «Інтер». Трусливый, высокомерный. За что британского премьера Кэмерона наградили такими нелестными эпитетами? Светлана Чернецкая расскажет о политических скандалах Лондона. Премьера Кэмерона загнали в тупик предложением, от которого невозможно отказаться. Накануне выборов в парламент 4 крупнейшие телекомпании страны объявили о проведении политических теледебатов. Они пройдут в 3 этапа. Первые 2 с участием всех 7 лидеров политических партий, а третий между 2 главными оппонентами – лейбористом Эдом Милибендом и консерватором Дэвидом Кэмероном. Предложения вполне оправданные, вот только премьер наотрез отказался от дебатов 1 на 1. Он хочет провести их в 1 этап со всеми 7 лидерами партий и до начала предвыборной кампании, что дает оппозиционерам отличный повод для спекуляций. Он может и дальше избегать дебатов, показывая себя слабым лидером, неспособным отстаивать убеждения. А может согласиться и предоставить то, чего ждет британский народ. Дэвид Кэмерон должен принять решение. Дебаты о дебатах не утихают уже несколько дней. Телевизионщики все еще надеются, что Кэмерон изменит решение. Но в противном случае готовы к схватке и без него. Правда, святое место пусто не бывает. Свою кандидатуру на замену Кэмерона предлагает лидер либералов Ник Клег. Эта партия третья по популярности в Британии. Она же создала коалицию с консерваторами на предыдущих выборах.
Если Дэвид Кэмерон слишком занят, чтобы принять участие в дебатах, если он не хочет отчитаться за действия правительства, то я готов сделать это за него. И правда, Кэмерон уверяет, что не отказывается от дебатов, просто предлагает провести их так, как хочется ему. И тогда, когда еще даже не будут опубликованы предвыборные программы партии, и это вызывает наибольшее удивление. Теледебаты для Великобритании все еще в новинку. Они проходили лишь однажды перед прошлыми выборами в 2010-м. И на них лидер консерваторов выглядел довольно тускло. Опросы показали, что после прений в прямом эфире он потерял несколько процентов поддержки. Сейчас эти несколько процентов могут решить исход выборов. Разница между либералами и консерваторами мизерная – 1-2%. Так что, вероятнее всего, Кэмерон решил не рисковать. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала «Интер». Какого ежика оплакивают пользователи соцсетей и как покойник победил на выборах США? Ответы в нашем международном обзоре. Двое европейцев стали жертвами перестрелки в Мали. Вооруженная группа напала на ресторан в столице Бамако. В результате погибли пятеро. Среди них француз и бельгиец, представитель службы безопасности в делегации ЕС. Полиция задержала двоих подозреваемых. Нападение осудили президент Франции Франсуа Олланд и глава бельгийского МИДа Дидье Рейндерс. На выборах в администрацию города Андерхилл в США победил покойник. 55-летний Кевин Таррент скончался от сердечного приступа накануне выборов. Однако по закону обсуждать личность кандидата в преддверии голосования запрещено. О смерти своего избранника жители Андерхилла узнали лишь после его победы. Теперь местные власти думают, как выйти из сложившейся ситуации. Руководство лондонского метрополитена забраковало плакаты к спектаклю о евреях. Поводом послужило название пьесы «Bad Jews». В администрации подземки его трактовали как «плохие евреи». Побоялись, мол, словосочетание может вызвать волну антисемитизма. Продюсер шоу Дэнни Муар возмущен. Утверждает, что это цензура, ведь пьеса и близко не носит антисемитский характер. Инстаграм в печали. Ежик-путешественник Бидди ушел из жизни. Карликовое животное из Орегона стало популярным в сети благодаря своим хозяевам, которые объехали со зверьком полмира, фотографировали его на фоне разных пейзажей. Ежик успел поучаствовать в разных акциях протеста, повидать динозавров и засветиться в газетах. Бидди было 4 года, скончался предположительно от рака. В самом разгаре работа в редакции «Подробностей недели». О чем завтра вам расскажет ведущий программы Дмитрий Анопченко. Вот некоторые из тем. Не пропустите. Только в подробностях недели. Секретные материалы захвата Донецкой областной администрации. Кто сдал Донбасс? Год спустя выясним и обсудим. Денег нет и не будет, если прописка донецкая. Финансирование не мае. Переселились в нищету. Если у людей какая-то была надежда, теперь этой надежды нет. Страсти по доллару. Что делать, если он всего один? Могу себе позволить горячий бутерброд с сыром, порцию картофеля фри и соус к этому. И у меня даже 1 гривна сдачи осталась. Все, чем запомнится эта неделя, и даже то, что случится на следующей, в подробностях недели. Ровно в 8 вечера, в воскресенье. Ну, а все, чем запомнится эта суббота, я вам уже рассказал. Очень благодарен вам за внимание. До встречи в подробностях.